Сегодня у нас игровой день строится по принципу объезда чекпоинтов, контрольных точек. Они находятся на берегу, на каких-то возвышенностях. Координаты нам будут выданы в конверте вместе старта. Будет три точки с координатами. И четвертая точка, точка финиша, это некий пирс. Выполнение различных, местами сложных, местами даже иногда опасных заданий, когда нужно быстро принимать решения и надеяться не только на себя, но и на других членов команды. Совместная работа действительно создает такую атмосферу. Главное не победа и главное не участие, главное процесс. Мы организуем игру, как мне кажется, таким образом, что выигрывает счастливый. Все может быть, все может быть.